Восьмитактный получается блюз мы играем, да? Вот начинаем, вот наш строй. И вот мы пошли. И опять я то есть вот круг прошел 8 тактов и опять. Это вот то, что касается восьмитактного блюза. Вот, потом, значит, что мы сегодня проходили? Группа крови. Группа крови. Мы играем в ля. И у нас получается. Бьем на сильную долю. Та-да. Ручку раскрываем. Получается. И добавляется это вступление группа крови, а потом куплет та 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 да та 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 да та 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 да та та и фа да та 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 да та да 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 соль мажор да 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 фа либо так берем либо так берем это группа крови, крови на рукаве, твой порядок на рукаве. Пожелаем мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться. Это группа крови, да, и что там, вторую стрелку меньше, от сетки этой струны.
грядет. Вот. А с аккордами получается. Хватит, да? Да. Ну, молодец, Захар, кстати. Хорошо.